Помните ли вы, что мы делаем в Украине? Убиваем мирных людей, отстаиваем интересы кучки продажных политиков. А разве не нацистов убивают? Говорят, но в это я не верю. Если посмотреть ту же Москву, ту же центральную часть России, я уверен, что нацистов будет столько же, сколько и во всей Европе. Но разве не нацистов убиваем? Нет, я считаю, мы убиваем мирное население, и я с этим совершенно не согласен, и это осуждаю. Ну а какие цели там могут быть у властей? Цели, я думаю, что наша власть засиделась, что у нас очень странные взгляды, что мы все еще пытаемся расширять свою страну всеми возможными способами. Убиваем мирных жителей, думаю. Как думаете, для чего все это? У всех разные мнения на этот счет. Кто-то говорит, что нацистов убиваем. Это амбиции нашего сенатора. И какие у него амбиции? Заходить в планету? Не знаю, завоевать с кем, понять с ними, честно, какие у него амбиции. Я думаю, что у многих россиян абсолютно не такие по амбиции. Эту войну поддерживают меньшинство населения нашей страны. Хотя, по крайней мере, мне бы хотелось это верить. Ну, там идет война. Мы воюем на Украине. Угу. Ну, а для чего, как считаете, это нужно? Я считаю, что это не нужно. Почему? Потому что я считаю, что в наше время можно решить мирным путем все вопросы. Ну там же нацисты. Ну это их проблема. То, что у них нацисты. Из-за этого нас считают фашистами.